Я привел тебе нового ученика. Отведи его наверх, в комнату к той девочке. На мой взгляд, на будущего героя ты не похож, но Мейс, наверное, знает, что делает. Что ж, иди за мной. Комната у вас будет на двоих с Уиспер, одной из лучших наших учениц. Утром с ней познакомишься. Сейчас она пошла в лес поиграть. Пока что тебе нужно поспать. Учеба начнется завтра. Пора вставать! Это ты, что ли, сосед мой? Хм, мелковат что-то. Меня звать Уиспер. Я тут уже месяц, и до сих пор у меня была собственная комната. Хотя, ладно. Ты знаешь, что ты во сне разговариваешь? Будто тебе снится что-то страшное. Это со многими бывает первую неделю. Для некоторых она же становится и последней. И для тебя станет, если не пошевелишься. Давай, нас наставник ждет в комнате с картой. Ты же не хочешь первый день опоздать? Двигай за мной! Хм. Наверное, наставнику надоело тебя ждать. Нас уже ждут на тренировочной площадке за ручьем. Пошли! Отлип от поду... Что ж, мальчик, посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Ступай в круг. Теперь ударь чучело как можно сильнее. Продолжай, пока я не скажу, хватит. Слабовато выходит, верно? На-ка, попробуй этим. Так-то лучше будет. Когда ты убиваешь врага, из него выпадает искорка опыта. Она содержит знания, приобретаемые тобой за победу над врагом. Искорки эти обязательно надо собирать, а то ничему не научишься. Иди подними. Молодец, мальчик. Ну а завтра мы займемся. В гильдии бьют тревогу. Похоже, в лесу появились какие-то твари. Это возможность испытать твою силу духа. Займись этой проблемой, а я буду ждать тебя у выхода из леса. Вернешься, обсудим начало твоего обучения. Thank you.
Молодец, мальчик. Эти насекомые нам весьма досаждали. Вот, ты заслужил небольшую сумму на карманные расходы. Если хочешь заработать больше, уверен, услуг найдется для тебя работа. А нет, так отдохни. Гильдия стала для мальчика всем. Память о пожарище все еще жгла его сердце, но вскоре он перестал думать о чем-либо, кроме тренировок, и сделался сильным и ловким. Дни его были наполнены тяжкими упражнениями, ночи — занятиями в библиотеке. Как и предсказывал Мейс, спустя несколько лет он стал послушником гильдии. Начиналась настоящая учеба. А ну вставай, лежебока! Нас, между прочим, наставник ждет за ручьем. Давно уже ждет, час, наверное. Давай, пошевеливайся, бегом! Ты опять опоздал. Палку теперь можешь выбросить. Дальше начнутся тренировки с настоящим оружием. Привыкни к весу меча, а потом посмотрим, сумеешь ли ты достать ему Испер. Ну давай! Посмотрим, как ты справишься, малек. Я же закрывалась! Слушай внимательно. То, чему я тебя научу, может однажды спасти тебе жизнь. Жизнь героя опасна. Если хочешь прожить подольше, научись отражать атаки противника. Уиспер будет стараться тебя поразить. Ты должен защищаться. Закрыться можно не от всякого удара, но с Уиспер ты вроде должен справиться. Ног, не пропускай удары. В другой раз не защитишься. Неплохо. Теперь попробуй сочетать атаку и защиту. О, здравствуй, Громобой! Пришел проверить, как дела у твоей сестры? Можно и так сказать. Уиспер говорит, ты поставил ее в пару с каким-то мальчишкой? Мейс считает, что у него большой талант. Настолько, чтобы держаться наравне с моей Уиспер? Давай проверим. Они с Уиспер сейчас отрабатывают боевые навыки. Так, ребята, посмотрим, кто чему сегодня научился. Поединок будет в полную силу, как на экзамене. Приготовьтесь. В другой раз попаду. Ты
сможешь пробить его защиту. Очень плохо, Уиспер. Тебе нужно больше заниматься. Жаль, что ты не видела, как я сражаюсь на арене. Может, научилась бы чему-то. Если хочешь сама там оказаться, тренируйся. Если бы нас не остановили, я бы его добила. У нас и так героев не хватает, чтобы вы еще двое рвали друг друга на части. Кстати, найдешь меня у стрельбища, когда будешь готов продолжать занятия. Что касается твоих навыков. Очень хорошо, мой мальчик. Ты далеко пойдешь. Ты найдешь меня у стрельбища и продолжим занятие. А ты стрельбой не должен заниматься? Кто-нибудь хочет пофехтовать? Так, бой против Уиспер идет в зачет. Хорошо, вступайте с Уиспер в круг. Правила те же. За 5 с плюсом получишь особую вещь. Хорошо, пока что хватит. Ух ты, весьма впечатляюще. Виспер должно быть стыдно. 5 с плюсом. И это значит, что я могу наградить тебя новым оружием. Задал ты Уиспер жару. Ну что, ты готов? Продолжим упражнение с луком. Для начала попробуй поразить 3 неподвижные мишени. И приложи к этому силу. Чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. Только не выходи за пределы круга. Сначала достань лук. Теперь прицелься в мишень. Теперь прицелься в мишень. Теперь прицелься в мишень. Теперь прицелься в мишень. Хорошо, ты поразил все мишени. Но враги редко стоят на месте. Посмотрим, как ты справишься с движущимися целями. Набери как можно больше очков за 1 минуту. Ближайшая мишень — 1 очко, средняя — 3, а за самую дальнюю полагается 9. И не забывай, чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. А это значит больше очков, но следует соизмерять силу, быстроту и точность стрельбы. Ну, посмотрим.
Наставник. Ну и многих ты уже наставил. А вот и досточтимый наставник. Что стреляешь? Не очень пока. Нужно больше заниматься. Попробуем еще раз. Продолжим упражнение с луком. Для начала попробуй поразить три неподвижные мишени. И приложи к этому силу. Чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. Только не выходи за пределы круга. Сначала достань лук. Теперь прицелься в мишень. Теперь прицелься в мишень. Хорошо, ты поразил все мишени. Но враги редко стоят на месте. Посмотрим, как ты справишься с движущимися целями. Набери как можно больше очков за одну минуту. Ближайшая мишень – 1 очко, средняя – 3, а за самую дальнюю полагается 9. И не забывай, чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. А это значит больше очков, но следует соизмерять силу, быстроту и точность стрельбы. Ну, посмотрим. Чудесно. Чудесно.
Уверен, к экзамену ты всем овладеешь. Теперь ты будешь учиться использовать волю. Когда будешь готов продолжать занятия, скажи мне. Я пойду на островок у водопадов. Экзамен по стрельбе. Кому стрельбу сдавать? Наставник поручил мне проверить стрелковые навыки учеников. За пятерку с плюсом положен памятный приз. У тебя есть минута. Отсчет идет с первого выстрела. Почти что насквозь пробил. Ух ты! Ты поставил новый рекорд! Неплохо. Пожалуй, это 3 балла. Всегда можно вернуться и настрелять 5 с плюсом. Наставник поручил мне проверить стрел... За 5 с плюсом у тебя есть... Сильно. Ух ты! Ты поставил новый рекорд! Славно! На 4-ку ты вполне настрелял. Всегда можно вернуться и настрелять 5 с плюсом.
Задал ты Уиспер жару. Осталось только обучить. Пора тебе научиться использовать волю. Для начала ты поразишь эти три чучела ударами молнии. Давай посмотрим, что у тебя получится. Хорошо. Вот так. А скольких ты поразишь за полминуты? Атакуй только те чучела, что смотрят в середину островка. За удар в спину ты очков не получишь, только зря потратишь энергию. Использование силы воли расходует энергию, а она восстанавливается лишь со временем. Ты хорошо пользуешься магией. Очень хорошо, мой мальчик. Ты постиг все три геройские дисциплины. Если думаешь, что готов, можешь перейти к последнему экзамену. Или поброди еще по гильдии, как хочешь. Кажется, Уиспер собирается в лес. Можешь к ней присоединиться.